День защиты детей обернулся массовой дракой в Караганде. В местном парке в честь праздника на аттракционы посетителей допускали бесплатно. Акция вызвала бурный ажиотаж среди жителей. Однако банальными очередями и пробками дело не ограничилось. Родители и дети стали драться за места. На распространенных кадрах видно, как в сторону отшвырнули девочку. Как сообщили очевидцы, ребенок не пострадал.